Здесь у него граната. Да, оранжевые, каждые 6 минут я буду говорить смена, будете сами менять вратаря. Каждые 6 минут я буду говорить, да, что на выходе меняемся. Дай по-братски. Чё? Семки? Сядь сюда, а семки сюда положи, и всё, будешь как раз тебе удобно. Всему тебя учить надо, молодой. Братан. Все, ребят, давайте начинать. Зеленый проявит. Сто процентов. Вратарь, у тебя мяч есть. Все, играем, время пошло. Нахуя туда поздно наводил? Пиздец. Ебать туда. Вышли! Что с Руси опять не кажется? Че он полузащите играет нахуй? Да.
Ебануться. А куда он забегает? Гио! Где второй мяч? Нет! Брат, брат, ну тут два ускорения сделаешь. А, я понял, спасибо. Ай-яй-яй! Кипер, тащи мяч! Кипер! Шире, шире! Сам. Прострел! Хорош, вратарь! Быстрее, блядь. Догонь, догонь, блядь. Хорош. Кого он держит? Рука. Полминуты. На нахуй. Ребят, смены! Стоп, стоп! Смены делаем. Вратаря сразу меняйте оранжевые. Оранжевые вратаря меняем. Блять, ну что непонятно? Ну? Дай воды попроски. Блять, они там в темноте играют. Bye.
Отлично. Да, блядь, нам перекинь его. Отдай пас. Аккуратно сзади. Нахуя, Паш, давай. Еще одного сюда. Кто здесь играл? Вчера, если не было, вот как видишь, вратаря не было вчера в одной команде. Вот сейчас, если бы эти ворота пробили бы, возможно, был бы гол это. Да. На большой бой вратари очень нужны. Ребят, замены! Вратаря меняйте, оранжевые. Подожди, не води мяч. Встаньте вы. Защите, пожалуйста. Кто справа защитит? Я. Играем. Справа защитит. Я справа. Бля, почему тут никого нет? Ну, это пиздец. Бля, тебя надо поставить туда.
Сот, а чей пас был? Твой? Ливан. Еле-еле закатили. Половина мигрела. Это вчера был. Да, Дмитрий, да, если вчера Гио пришел. Угловой! Угловой! Цот на мигрел. С мячом который. Нам было собрать чисто сборную мигрели и поиграть. Давай соберемся, Какач. Кариш. О! Если бы сейчас, конечно, внешне забил, это была бы красота. Чисто. Зеленые, ой, извиняюсь, оранжевые. Хорош. А кто пас дал? Время! Время, время! Первая игра, пауза! Thank you.
А? Да, будешь? Блин, я не могу спуститься. Тут твои провода. Подержи, пожалуйста. Я не знаю. Подержи. Держи, не падай, не опускай. Давай. Я был вратарем, когда в прошлой жизни. Пиздец. Хорошо, хорошо. Прям в долине, когда у вас мяч растягивает. Прям в долине, да, да, да. Как только вы получаете мяч сразу. Время пошло. Да. Хорош. Гио, тебя вчера так ждали, ребята. Знаешь, у меня какой, чем я тупанул? Я подумал, что это в один день, в четверг. Просто одна игра в 8, а, и вторая. А другая в 9. Я потом на 2 забью, побегу 2 часа. Вон, пишет, вчера, говорит, его не хватало. Не, вчера прям вот реально в атаке им не хватало, вот ты там забивал. Очень даже интересно, темп прикольный, все бегают. Да, да, да. Ой-ой-ой. Раз, два. Оставляю вратарю. Подскажи же, вратарь. Вратарь с голосом, вратарь. Все, все. Правый защитник в шоке. Правый защитник в шоке. Где он? А кто у вас правый защитник? Не надо так искать. Косичка, как у меня. А. Ну да, езжал. Зеленые. Давай,
Ай, хорош, мог бы. Фол, фол. Это... Вот сюда, вот твой игрок, что ты стоишь там? Тут, да, его. Помнишь, я на Руслана какой пас шел? Замены! Подожди, не вводи мяч. Вот, вот, зеленый меняется. Вратаря поменяйте, оранжевые. Хороший. Отличается от вчерашнего? У них хрена себе. Когда у меня женщина расстанется. Ну, сейчас, Андрюх, я вот... Ну, ситуация, что мне надо было делать? Ну вчера ты больше был с мячом? А? Вчера больше был с мячом? Да я вчера один гол забил, да. Да еще не вечер, подожди. Все впереди. Подожди, еще не вечер. Ты же говорил, что ты вчера не спотел, сегодня спотел. А? Один гол, все все. Ну так и когда команды равные, прям такие плотная игра, то 1-1 счет. А этот говорит, Дима. Хорошо. Ну типа, ну равно, говоришь, встречи, типа. А что ты говоришь про то, что он не спотел? Он вчера же говорил, что, блядь, даже не спотел. Так мертвые же не потеют. А сегодня он спотеет. Я хуй пойму, это татуировка или у него гетто? Че? Это татуировка или гетто? Я его носок такой. Дима, с Андрюха тогда борьба. Ну? Что тогда мне? Как сюда надо было давать? Я смотрю, вообще не понял. Я его принять не смог. Он меня забрал. Когда ты обыгрывать его пытался? Ну, он, я не знал, что делать. Нет, ты должен был обыгрывать, но просто ты полез, ну как, ты пошел ногой, которая ему удобно было, чтобы ты обыгрывал. Тебе надо было больше под левую убирать. Нам индивидуалки надо, спустился карма. Корпусом надо было мяч накрывать. Бля, ну что ты играл? Слушай, ты-то что за спину? Кто? Ливан? Ливан в порядке, да. Он забил, да, один гол? Да. Нет, не Ливан забил. Гио забил, который сейчас с мячом. Ливан голевую дал. Смотри,
Хорошо вот сейчас было. Давайте вот так же сейчас. Давай, 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 встречай. Еще, еще, давай. Давай на фанге. Петр, Петр, бежал. Браво! Пока еще. Хорошо. Подача, подача. Аккуратно, там, аккуратно. Вернулись, вернулись, посмотрели. Фол! Фол! За штрафной! Стенка! Становимся! Если она нужна вам. Шаг назад, стенка! Можно? Тёма этого точно, наверное, не ждал. Замены! Ну кто-то меняется, да? Стой, стой, сотни, подожди, пожалуйста. Зеленые, кто сел? Все, играем.
пошел, пошел, смотри. Играй. Не-не-не. Он раньше начал падать. Слишком красиво было. Было пенальти? Я думаю. Он упал он так красиво. Он заранее начал падать. Ты видел? Он нырял уже. Поставьте мне пенальти. Отдай пас, потом откройся. Сотне, у тебя рожи конник. Так, отдал по курсу. Да ну нахуй. Блин, прикинь сейчас. Он еще подкрутил его так. Сам. Время. Мне еще одна игра. Да, этот матч, все, пауза. Интереснее играть или смотреть? Дома играем.
А кто на замене? Оранжевые, зеленые? Зеленые, кто на замене у вас? Кто у нас на замене? Все, играем. Не было руки, играй! Зеленых мяч, не было руки! А кто пас дал? Я. Хорошо, идем. Такой за два. Пенальти. Пенальти. У тебя вытянута рука была. Точки. Ебать, да ну нахуй. Пиздец. Он поэтому не хотел, чтобы он ворот остановился. Браво, еще, еще центр, посмотри. Леван, как дела, Леван? Ебать. Как дела, брат? Что, была пенка, Какач? Пенка была? Пенальти было? Нет, рука, да понятно. И такая рука, что на пенальти или нет?
бей, бей. Давай! Да ну нахуй, руки забил. Легенда, ты чё? Хорош, хорош. Все, закрывайте этот футбол. Руслан его весь прошел. Хороший. Ебать мою хуй. На жопу опять пробил ему, нахуй. Я думаю, там ебал сейчас, я тут ебал. Ну, это гол. Замены! Еще раз как-то не слышал. Замены, ребят! Бля, как они проебали желтый, я хуй пойму. Пиздец. Оранжевый прям. Так у нас и так получается, осталось, сейчас скажу, сколько. 15 минут. Ты можешь 15 минут играть. Я смотрю, ты просто заканчиваешь рано, капец. Я в 17:30 закончил ту игру, и прошлую тоже. Ну, да нет, это да, я понимаю, но типа может игры по 20 минут. Но они там меняются. Ну, короче, я поставил 3 по 18, как и вчера. Ну, да, ну короче, ты можешь... 2 минуты на смену. Ну, закончу просто в 40 минут. Хорошо. Давай прям. Типа смысл раньше заканчивать, ну пускай побегают, кто-то там не набегивается, не знаю, чтобы больше было. Потому что мы, кстати, так начали, 40. Так я закончу, у меня времени до 37 минут. По часам. Нет, нет!
Ну, типа, по этому времени я закончу в 37 минут. Типа, на 3 минуты больше. Не, я понял, ну, типа, там не такая большая разница, типа, не 5 минут, не 10. Не, я понимаю, просто там всего 3 минуты разница. Интереснее, чем вчера? Да. Конечно. Сегодня уровень игроков выше, раз. Второе. 9 на 9 лучше, чем 8 на 8? Блин, ну, типа из-за того, что... Играть, бывает, блядь, просто, вот, смотри, нахуй. Ну, из-за того, что, я же говорю, да, физически не тянут, то 9 на 9 тут нормально. Все в центре бегают, знаешь, падают. Борьба, борьба! Ну тут борьбы больше, чем вчера, потому что плотность игроков. Ему сказали возле штанги стой нахуй. Замыкает. Да тут надо еще в нужное время там оказаться возле штанги, что ты рассказываешь? А кто? Роман Павлюченко. А. Я дернул специально, я вообще в центр вышел. На мяч посмотрите. Как мяч, как мяч. Вау, вау. Иван, гори. Иван, вот два касания дал, понятно. Ну, игроки прибавляют. Понимаешь, проблема в чем? Вот тут, если кто-то травму получит, потом все, особенно зимой будет проблема в этом. То есть сейчас еще ладно, а зимой тут кто-нибудь что-нибудь потянет себе, еще что-то. А, типа, когда играем на три команды, там еще кто-то может зайти, а тут никто уже не зайдет. То есть поэтому замена одна нужна. Бля, чё ты пас не дал? Чё? Мы его кормим, чем надо. Бля, замёрз. Да ну, сейчас головой в падение. Руслан, надо было... А, ну он не знает, какой Ван Перси. Как Ван Перси, бля. Если бы он головой сейчас забил в падении, то я бы это, выключил бы камеру и... Замены! Стой, вратарь! Замены делаем! Я Руслан же менялся уже. Менялся. А, в поле. Ну смотри, вымеряет, ну смотри. Сейчас, короче, ищет пас. Сколько осталось всего времени? 10 минут. Сколько? 10. Чего он стоит? Опа! Смотри, я же тебе верю, он хитрый лис. Я же бить будет, смотри. Ты же менялся уже, нет? Не менялся. На следующий ход. Да ебать! Давай, 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 пошел! Я пошел!
Фол! Фол! Ливан, фол! Ливан, ты вообще пенальти не забил, молчи! Три вот так в ряд, три стойки. Да, Ливан, я не могу поставить уже! Мяч не в игре! Я скажу через 2 минуты. Вот Ливан, это какие его годы? 94 года человеку. Слушай, мячи, кстати, не сдут. Кипа! Они не сдут, я очень хороший. Когда бьешь с ними, они очень красивые. Кипер! Один один и 1-0. Я ж забил. Да. Я уже вообще не помню. Победы на последней минуте. А там, ты же знаешь как, ты когда играешь, ты уже не помнишь, что раньше было. Бери, бери! Да ладно. Бля, он убить капец. Я приму, приму. Опа. Замены! Стой, стой. Там Цонный попросил, он хочет игру вытянуть, сказал, поэтому я... Пацаны, я сейчас вытащу. Да. За вас вытащу. Я четвертый буду смерть. Я стоял уже на воротах, пожалуйста. Я вышел еще. Собрик, собрик, один. А, плечо, ёба, нашли кому алтарь. Фора, фора, нет замен. Играй. Нет замен? Давай, играй. Где? А, играет? Куда прием? Прием, Вася. Айван. А какой у тебя ник? Три минуты. Так, забил, забил, забил. А Иван? Что тебе вылезал? Давай, давай! Тебя защитим!
Дай пас. Руслан, конечно, смотри, Руслан, конечно, к штанге прилип. Смотри, смотри, смотри. Смотри, он еще за руку ее взял в штангу. Гев. Посмотри, Руслан к штангу обнял, смотри, смотри. Он уже минуту, он минуту стоит, ты же понял. Ливан, отдай братарю мяч. Да уже конец. Аккуратно. Да, еще травму сейчас получили. Время. Так. Так. Возьмешь, что ты можешь?